Яршуля, а зачем дырка в бублике? Да фиг его знает, наверное, чтобы держать проще было. А, бабуля, а можно мне? Ну попробуй. Ой, лунатик, ты что делаешь? Чтобы пузырьки летали. Внучек, дай мне достирать, а я тебе пока у миску воды мыльной налью. Найдешь, думаю, занятие. Здорово, Биба и Боба. Хотите со мной пузырьки пускать? Что это за хрень? Ну-ка дай сюда. Фу, горько. Ха-ха, приятного аппетита. Кузьма, ты задолбал на моей полянке прыгать? Да твоих пирожков тут до хрена же пройти негде. Ну и что? Эй, Лунтик, ты что делаешь? Хотел пузырьки со рта пускать. Ты что, чокнулся? Мыльную воду в рот нельзя брать. Я знаю, но я не знаю, через что их пускать. Да во вам трубочка, дуйте сколько хотите. Эй, пацаны, хотите много пузырьков? Можно через паутину пускать. Ну, придумала. Директор наш жлоб, ни за что нам это не даст. Спасибо, господин директор. Пожалуйста, нафига им моя паутина? Кузьма, ты все выучил растения для урока? Конечно, вот тебе одуванчик, бревно. Шо, обосрались? Видали, какие мы сильные? Вы чё, оборзели? Вы бы с моей мамкой не рассчитались, если бы меня убили. Помогите, снимите с меня это говно. Ну, спасибо, ребята. Кто это бревно притащил вообще сюда? Я чуть не обосрался. Вы чё тут понаставили? Мешаете моей роте пройти. Ну-ка, убирайте это говно. Помогите! Кузьма, держись. Сори, товарищ лейтенант. Нихера, ребятки там орут на физкультуре. С дороги, старик Хатабыча. О, говорящее говно, здорово. Ты что себе вообще позволяешь? Сам ты говорящее говно. Ты что мою общагу засираешь? Я тебе сколько раз буду повторять, чтобы ты здесь не появлялся. Извините, товарищ Писюн. Хватит меня поссорить при рыбах. Какой я тебе Писюн? Я позвоню вашему директору, чтоб вас отчислили. Нам из-за вас теперь общагу убирать. Иршуля, а когда сладкая будет? Когда капа прилетит? А давай сами что-нибудь сделаем. О, вы это офигенный каравай, давай его слепим. А чё? Можно. Ни хера у неё тут запасов. Так что у нас тут по рецепту? Страусиное яйцо, помёт бабочек, голубая глина. Я полез за глиной, а ты держи меня, чтоб я не дюбнулся. О, помёт бабочек. Внучек, я спускаюсь. А, подожди, у меня тыква застряла. Ой. Ай. А где помёт бабочек? Ну ничего, у меня до хрена его ещё. А, дед, ты воду не выключил. А не хватало ещё твоего директора затопить. Деда, давай насыпем больше дрожжей, чтобы бабуля в шоке была, чтобы пироги больше её получаются. Короче, давай это говно затолкаем в печку, потом будем разбираться. Осталось подождать, пока тесто испекётся. Бабуля, здорово. Что вы с моей кухней сделали? Мы хотели пирог тебе сделать. Мы просто поняли, что переборщили с тестом. Все, надоело мне с вами прыгать, пойду спать. Да плюнь ты на них, они уже все равно не вырастут. Ты уже их сбил своим бампером. Да хрен с этим цветком, мне надо капли. Какие капли? Чтобы умываться по утрам. А, ты про эти слюни, которые на цветках. Откуда они появляются? Хм. Так может кто по ночам харкается, чтоб никто не видел. Вот они и раскладывают на цветках все. Только попадись мне этот харкальщик, сразу пиздюлей дам. Найти бы этого харкальщика, чтобы он меня научил плеваться так же, как и он. Не знаю, зачем я вышла, ну да пофиг. А, спасите, помогите, я из туалета не могу вылезти. Надеюсь, я не обосрусь от страха. А, надо бежать домой под кровать, ай. Вон он, харкальщик. Что это за слон был, который все грибы потоптал? А, здорово, что вы тут шастаете среди ночи? Я хотела найти плевольщика. И я. Походу, наш старик Хатабыч и есть плевальщик. Здорово, старик Хатабыч. Так это вы все цветы обплевали? Вы чё, совсем чокнулись? То есть это не вы харкаете в цветы? Конечно нет, это туман. Эй, пчелёнок, иди ложись рядышком. Да идите его в жопу. Я вообще-то пчела, мне положено трудиться. Ну иди к черту мое дело предложить. О май гёд, летающее говно. Шо, обдрестились, это ж я. О, мило. Классное тряпьё. Это не тряпьё, это коврик. Офигенный, я тоже такой хочу. А? Херня какая-то торчит. Ой, классные у тебя платочки. Это чё? Это мой коврик? Милка, прости, я хотела это говно вытащить. Мой коврик! Здорово, старик Хатабыч. Здорово, лунатик. Хрень какую-то подобрал, зато у меня панама появилась. Как жалко. А это Милкины тряпки. Ну на, забирай, а то еще разноится. Отдайте мои лоскутки, пожалуйста. Офигенные пугла. Будем с тобой траву нашу охранять. Ага. Чё орёшь, бестолковый? Мама! Слышь ты, студент, верни мой слюнявчик. Ой, извините. Совсем оборзели эти студенты у директора воровать? Отчислю всех к чертовой матери. Ладно, хрен с вами, сделаю, что просите. Ой, господин директор такой хороший. Это ж надо, я под старость лет совсем чокнулся. Стоп, барахла храню и мне выбрасываю. Как-то раз маленький паучок обосрал Ершу. Здорово, господин директор, что вы тут читаете? Да так, молодость вспоминаю. Нихера себе, у вас тут барахла скопилось. Да, это мои старые вещи. О, а можно я вот этого таракана возьму? Здорово, лунатик, что это у тебя? Да, это господин директор дал. Круто. О, давай я буду Кинг-Конгом. Ну, зашиби, что ты наделал? Господин директор меня сожрет. Может, мы что-нибудь сделаем?
Да не, этому барахлу только поможет помойка. Эй, вы, молокососы, чё вы забыли на нашей поляне? Да мы траву у вас брали. Чё вы уже совсем обдолбанные? Чё это за херня тут? Дай-ка. Почему это тебе? Я первый его увидел. Да подождите, оно и так сейчас разломается. На, забирайте свою хрень. И если расскажете господину директору, вам хана. Да, забирайте её. Моё теперь чинить. Давай говном. Глянь-ка, вроде получается. Не, оно ж вонять будет. Вот, еле мамку упросил, чтоб дала, не хотела давать. Давай быстрей. Пацаны, стойте, а? Я, походу, приклеился. Ай-яй-яй-яй-яй. Снимите с меня это говно, пожалуйста. Лунатик, ты живой? Да. Ай, блин, сколько ж тут барахла скопилось. Все надо выкидывать. Ну, эту хрень можно оставить. Ну, что, наигрались? Как там мой таракашка? Короче, вы не сердитесь, но мы его сломали. Детки, вы в каком веке живете? Его надо просто собрать.